Петров Олег Павлович, 91-го года рождения. О, никем не приходится. Не знаком вам? Нет. В таком случае давайте тогда проинформирую вас по материалам дела, чтобы вы понимали, почему с вами связываюсь. Ага. Дело в том, что 2 дня назад гражданин Буйнов посещал финансовое учреждение, где представился вашим родственникам. Ага. Он предоставил генеральную доверенность на право распоряжения вашими банковскими счетами. Ага. Подскажите, кому-либо какие-то доверенности вы оформляли? Не, ничего не давал. И вот по этой доверенности в банке Буйнов затребовал сумму в размере 150 тысяч рублей с ваших счетов. Что вы говорите? Ага. И что теперь? Так вот, свои действия он аргументировал тем, что вы сейчас находитесь в больнице и нуждаетесь в финансах на лечение. Ага. Но по голосу слышу, все в порядке с вами, верно? Конечно, я здоров как бык. Я сейчас как раз дрючу одну девочку. Сейчас вторая должна подъехать. Что делаете? Ну, занимаюсь сексом. Как такому долбоебу, как ты вообще... Ha 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 ha!